Вика одна из многих. Долго искала работу в Одессе, в итоге нашла в Греции. Говорит, работодателя посоветовала подруга. Она дала мне номер женщины, гражданки Греции, и мы с ней созвонились, встретились. Она предложила высокооплачиваемую работу в Греции, в салоне, в магазине. Объяснила суть работы. Это был публичный дом, 50 евро за 15 минут обещаны были. Девушка попросила греченку готовить для нее документы, а сама обратилась в милицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранку с двумя завербованными девушками уже в аэропорту. В международном аэропорту Одесса была затримана громадянка иноземной державы 56-го року народження, яка намагалася перетнути державний кордон України та вивести для сексуальної експлуатації двух громадянок України. На допросе женщина во всем призналась. Раньше она уже имела опыт торговли людьми. Говорит, если бы не кризис, не стала бы заниматься незаконным бизнесом. С Викой я встретилась, поговорила. Я ей говорю, все на твоих желаниях. То есть пополам с магазином работаешь. За стриптиз, если будешь танцевать, отдельно зарплата идет, тоже пополам, естественно, с магазином. Захочешь интимные услуги, тоже пополам с магазином. За продажу в сексуальное рабство Финарету ожидал гонорар – 10% от заработанных девушками денег. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы. Екатерина Лапицкая, Первый городской.